Сегодня у нас обзор на монитор от компании Samsung. 32 дюйма изогнутая VA панель матрица с 2К разрешением 2560 на 1440 с разверткой 144 Гц. В прошлом видео у нас была детальная распаковка, поэтому кому интересно, посмотрите прошлый обзор. В этом же видео мы поговорим детально о мониторе. Вкратце я поговорю, что идет в комплекте. Что мне понравилось, что не понравилось, как играть и так далее. Значит, в комплект поставки у нас идет блок питания, внешний, HDMI кабель. Конечно же, у нас идет стойка для самого монитора, которая очень легко устанавливается без каких-то сложностей. Она сама сделана из пластика. Регулировка осуществляется у нас только по вертикали, вниз-вверх. То есть мы можем настраивать... Угол наклона самого монитора, но поворотной системы в самой стойке у нас нет. Так что у нас получается фиксированная стойка. Влево-вправо мы этого сделать не можем. Получается, что мы весь сам монитор поворачиваем. И наклонная система есть на 15 градусов. Так что по возможностям выставить монитор по высоте, к большому сожалению, у нас нет. Сам монитор у нас идет с двумя HDMI разъемами, одним дисплейпортом и с разъемом 3,5 мм джеком для гарнитуры и для наушников. Также монитор сам поддерживает весокрепление 75 на 75, так что есть возможность приобрести отдельную вес для этого монитора. Я это бы рекомендовал, потому что если у вас стол достаточно низкий, Поэтому хотелось бы приподнять, допустим, монитор, но сама стойка не позволяет это сделать, так как в самой стойке нет регулировки по высоте. Сама матрица у нас тип VA. Контраст самого монитора 3000 к 1. Сам экран у нас имеет матовое покрытие. Очень приятный монитор с красивой изогнутой матрицей. То есть 32 дюйма у нас получается размер экрана, поэтому сама изогнутость этой матрицы достаточно очень удобна. Дополняет и иммерсию у вас происходит полное, полное погружение в сам процесс работы за компьютером, за просмотром какого-нибудь контента или же за проведением игровым процессом за этим монитором. Сам монитор у нас поддерживает разверку 144 Гц. 4 миллисекунды у нас идет задержка этого монитора, поэтому... VA-панель и IPS они немножко по скорости уступают tn матрицам, но у них есть большое преимущество в виде хорошей цветопередачи и глубоким черным цветом. Мой данный экземпляр не имел никаких проблем за светами, не было никаких битых пикселей. По степени освещения подсветки самой матрицы я могу сказать отменно: нет никаких засветов ни слева, ни снизу. Так что в этом плане все подсветка. Максимально хорошая, никаких проблем в этом я не вижу. Биты к пиксели также у нас не было. Монитор с завода идет очень хорошего качества. Хочу отметить хорошие тонкие рамки. Если вы захотите приобрести несколько мониторов таких, то в таком сетапе с двух мониторов будут подходить друг к другу очень гармонично. И для работы, и для игровых сценариев это, конечно, очень классно выглядит. Поэтому... Используя уже данные мониторы с тонкими рамками, возвращаться к более толстым рамкам мониторам не очень хочется, поэтому эта тенденция, я надеюсь, будет развиваться. И в перспективе, если вы захотите дополнить и купить еще такой монитор, то вы сможете поставить рядом симметрично второй монитор, и они будут очень красиво, гармонично выглядеть. По поводу изогнутости матрицы, я могу сказать сразу, что при размере 27 дюймов изогнутой матрицы не обязательно. Но если вы уже используете мониторы с размером 32 дюйма или больше, или это широкоформатные мониторы 34 дюйма, то изогнутая матрицы дополняет очень сильно. Так как периферическим зрением, если вы находитесь не сильно близко к самому монитору, то это нормально. Но если вы чуть-чуть приближаетесь ближе к монитору, то большой размер экрана Периферическим зрением вы не можете захватить полностью весь масштаб самой матрицы. Поэтому изогнутость матрицы делает таким образом, что монитор кажется меньше, и таким образом ваше зрение может захватывать большее количество картинки. И происходит такое приятное, полное погружение в сам процесс. У нас профили и сами настройки осуществляются системой джойстика. Меню у нас очень удобно устроено таким образом, что у нас нет никаких дополнительных лишних кнопок. Меню управляется одним только органом управления, это джойстик. Джойстик находится внизу посредине самого монитора. И меню очень удобно сделано. Есть также русское меню, есть английское меню, поэтому не будет никаких проблем разобраться. И настройка сама осуществляется этим джойстиком. Эта система уже появилась давно еще в LG. Сейчас же это в Samsung и в других многих мониторах компании ASUS. Все переходят на вот такой, на такой орган управления. Это уменьшенное количество всяких кнопок дополнительных. И таким образом управлять самим монитором в меню очень удобно. Меню расположено интуитивно, легко. Есть у нас экстремальные профили для разгона самой матрицы. И при экстремальных разгонах у нас самая минимальная степень задержки. То есть при экстремальной скорости матрицы и с разверткой 144 Гц, игровой режим также есть. Вы если это выставляете, то никаких ореолов, никакого гостинга, то есть никаких шлейфов я не замечал. То есть есть мониторы, которые в моем случае, если включить экстремальный разгон, то появляются небольшие шлейфы и в виде еще таких красных ореолов, Когда сильно очень динамичная сцена, то ты видишь, как происходит подгрузка самой прорисовки на самом мониторе, и поэтому не во всех случаях монитор хорошо ставить на максимальной скорости. В этом случае никаких дефектов я не увидел, поэтому... Управление осуществляется, есть уже встроенные профили, есть игровые режимы в виде RTS, FPS, кино и так далее. Поэтому вы сможете выбрать по профилю, какой вам вариант подходит. Если это вам не подойдет, то вы сможете выбрать пользовательский режим и таким образом полностью настроить, откалибровать монитор, как вы захотите. Но, большому сожалению, я не нашел... Настройки sRGB, так как это VA панель с хорошей цветопередачей и правильной настроенной цветопередачей, я хотел бы увидеть, чтобы в самом, монитор... в самом мониторе была настройка и был профиль sRGB. Таким образом, я нажав, зная, что это приближенно правильно откалиброванный профиль, и таким образом цветопередача монитора было бы Достоверно и четко. И от этого я уже мог бы, допустим, отталкиваться. Нет у меня специального устройства, которое бы откалибровало бы монитор. Поэтому на глаз правильно и достоверно настроить монитор очень сложно. Поэтому есть небольшой недостаток в виде того, что нет в настройках у нас самого меню профиля sRGB. Но отмечу, что в ей панели она, конечно, выдает очень красивые сочные цвета. Инвертация... С любой стороны не происходит. И черный цвет максимальный. Э, я считаю, что VA панель на сегодняшний день, наверное, самое лучшее решение. Так как и черный цвет, и цветопередача самого монитора э, самое лучшее. IPS имеет небольшие проблемы с засветами. И черный цвет не, не, не такой глубокий, как VA панель. Это, конечно, не OLED, но... Черный цвет местами просто удивляет. Поэтому в этом плане я могу сказать, что отменная матрица, шикарная скорость работы, развертка 144 Гц, 2К разрешение, как я уже говорил. И поэтому в комбинации 32 дюйма и изогнутость матрицы все это настраивается с хорошей системой управления меню, джойстиком. Это, конечно, очень радует. Но большому сожалению в самом мониторе у нас нет поддержки FreeSync. Поэтому я могу сказать, что э, это было бы не актуально в прошлом году. Но на сегодняшний день уже поддерживается адаптивная синхронизация драйверами от Nvidia. Те мониторы, которые поддерживают по технологию FreeSync, они поддерживают автоматически сертифицировано или не сертифицировано, но в настройках самой Nvidia, если у вас карточка от Nvidia, вы можете включить эту настройку и у вас включается G-Sync адаптивная синхронизация. Был бы он бы сертифицированный этот монитор или нет, но в этом случае большому сожалению в этом мониторе нету FreeSync технологии, поэтому я считаю, что это достаточно большой недостаток этого монитора. Почему? Потому что конкуренты в такой ценовой категории с такой же матрицей, и даже вот сами Samsung производят эти матрицы и продают другим компаниям, почему-то в этом мониторе не приняли решение, не взяли, не добавили эту технологию. Почему, мне непонятно, но это был бы большой бы плюс бы к этому монитору, если бы было бы по заводу FreeSync технология, и мы бы уже сами принимали бы решение, включать эту технологию или нет. Но, большому сожалению, в данном мониторе этой функции нет. В настройках у нас, в самом настройках монитора у нас 2560 на 1440 разрешения. Также у нас есть возможность и необходимо подключать 144 Гц, это через дисплей-порт. В комплекте поставки, большому сожалению, у нас был только кабель HDMI. Для полной скорости работы с этой матрицей необходимо будет отдельно докупить дисплей-порт. Большому сожалению, мне непонятно также, почему в комплекте поставки у нас нет дисплейпорта замести HDMI. Ну, HDMI кабель он универсален, он подойдет, конечно, сразу же работы с компьютером и с периферией, и с консолью. Это, конечно, понятно, но для, той, для полной работы этой матрицы необходимо подключить этот монитор через дисплейпорт. Поэтому вам придется отдельно доп докупить этот кабель. 144 Гц плавность работы и игры за этим монитором отменная. Э, никаких проблем я не вижу. То есть у меня Acer монитор, который я делал на моем канале обзор. Это точно такая же матрица, но к большому сожалению, когда я начал настраивать и калибровать вручную этот монитор, то я заметил, что все равно добиться той же цветопередачи, как на моем Acer, я не могу. Очень приближенные цвета, очень красивая картинка, что на Samsung, что на Acer, но на Acer есть возможность выбрать Acer GB профиль. И когда углубленно уже заходишь в настройки контроль панель NVIDIA, выставляешь 144 Гц развертку, 2К разрешение и в настройках дополнительных выставляется 8 бит или 10 бит. большому сожалению в, в этом мониторе матрица у нас 8 битная. В мониторе Acer, который покупает матрицы у Samsung, скажем, самсунговская матрица, там 10 бит. И там есть поддержка FreeSync. Поэтому для обычных пользователей, для людей, которые не занимаются профессиональной деятельностью, разницу как таковой, если не не поставить один монитор и рядом не поставить 10-битный монитор и не поставить ря рядом 8-битный, вы, наверное, разницы большой не заметите. Но когда у вас рядом стоит уже один, который поддерживает 10 бит, а второй 8 бит, и ты э, выставляешь в настройках sRGB, а в другом этой настройки нет, то ты просто знаешь, что там приближенно хотя бы правильно как-то откалиброванные настройки самого монитора. И то, что ты делаешь и видишь на самом экране для работы с видеомонтажом, и когда ты... Э, наглядно, приблизительно сам настраиваешь, ты не можешь правильно, достоверно знать, правильно ты настроил картинку или нет. Поэтому при сравнении двух мониторов я обратил внимание, что Acer выдает по моим ощущениям, так как ощущения у каждого взгляда разные, но мне больше нравится цветовая палитра самого Acer. Там красный, он такой насыщенно красный. В Samsung же у нас идет такой красный, он такой с розовато-нежным таким оттенком. Не такой насыщенный. Как бы я ни пытался сопоставить и настроить этот Samsung, чтобы по цветовой гамме был он такой же, как Acer. К большому сожалению, я приближенно смог найти какую-то теплоту настройки калибровки матрицы чтобы совпадала полностью вся цветовая палитра с одним и на другой монитор. Потому что когда я беру, делаю монтаж видео, я переношу роль видео на другой монитор, когда я монтирую. И я уже вижу совсем другую картинку. Поэтому, большому сожалению, э если не сопоставлять с другим монитором, если вы не видите другую матрицу и у вас нет монитора, который поддерживает 10 бит и фрисинка, то у вас эта картинка будет очень и очень устраивает. Но при тщательном сравнении я могу сказать, что картинка на Acer мне больше нравится. И по цене эти мониторы практически вровень идут. Поэтому разница там в 30-40 долларов в зависимости, где вы будете покупать этот монитор. Даже бывает, что цены одинаковые на эти мониторы. В 400 баксов или 400 евро в Европе. Поэтому бывают скидки. Вы можете тщательно, я ссылочки скину обязательно на эти оба монитора. И вы уже смотри, посмотрите и сравните, и выберите тот монитор, который для вас будет лучше. Поэтому 144 Гц игровой процесс за этим монитором отличный. Цветовая гамма самого монитора очень хорошая, но, к большому сожалению, настроить и откалибровать также монитор, чтобы он был бы одинаково настроен с тем монитором, который у меня есть, хотя та же тип матрицы, VA-панель, тоже Samsung, тоже изогнутость. То есть это абсолютно по внешнему виду идентичные модели, но по цветовым характеристикам они отличаются. Поэтому, к большому сожалению, я не могу довериться этому не монитору, для профессиональной работы, для монтажа, поэтому это такое игровое решение, которое играть, смотреть контент, видео, смотреть фильмы, все отлично. Но если более углубленный вам нужен монитор для профессиональной относительно работы и с правдивыми цветами, то я бы сказал, бы, что Acer больше подходит. Поэтому давайте подведем итоги и что я думаю по поводу этого монитора. Это 32 дюйма, с хорошей изогнутой матрицы, 144 герца, без какого-то либо гостинга, нету никаких шлейфов, никаких нету засветов, нету битых пикселей. Хорошая система управления меню, джойстиком, хорошей, отличной матрицей. Но мне не понравилось то, что у нас нету возможности регулировать по высоте этот монитор, нет возможности поворотной системе это монитора, поэтому он очень ограниченный с этой подставкой. Подставку я бы, конечно, бы на первое время бы, конечно, использовал, но в перспективе думал о том, бы, как бы купить специальную подставку для самого монитора, чтобы поставить его выше, или же прикрепить вес окрепления на этот монитор. В этом случае я это сделал, и когда закрепил на вес крепления, то все было шикарно. И мне не понравилось то, что нету в самом мониторе у нас дисплей порта кабеля, который должен с заводом был идти вместе. Я не понимаю, почему этого нету. И нет, конечно же, самая ключевая проблема – это поддержка FreeSync. То есть, когда покупаешь сейчас монитор в стоимости в 400 долларов или 400 евро, то вольно-невольно нужно смотреть на вот эти функции. Если раньше эти функции, они мне были бы интересны, не были актуальны, то сейчас эта функция важна. FreeSync важен сейчас, так как есть возможность и поддержка драйверами самой NVIDIA. Сертифицированный этот монитор или не будет сертифицирован, но все равно в ручками вы можете принудительно поставить галочку, в любом случае включить эту поддержку FreeSync. Будет ли она работать у вас Актуально как G-Sync, не будет ли у вас никаких дефектов мерцать, монитор или стробоскопить или так далее. То есть, это все будет зависеть от самого монитора. Но в данном случае я считаю, что это очень хороший монитор для консоли и для ПК гейминга в целом. Так как 144 Гц, 32 дюйма, изогнутость матрицы, VA-панель, очень глубокий цвет, черный. Все шикарно, но не хватает небольших вот таких недостатков. Это добавить фрисинг-поддержку фрисинг и установить блок питания в сам монитор. Но это не критическая проблема, для меня больше критическая поддержка фрисинга. И нет возможности с завода откалибровать правильно монитор. И нет возможности выставить в настройках меню профиль srgb. Ручками я пытаюсь, пытаюсь настроить правильно, чтобы он... И имел правильную, правдивую цветовую гамму. Но большому сожалению, я не смог добиться такой цветопередачи, который показывает у меня Acer. И также этот монитор 8 бит. А Acer, который я сейчас использую по той же стоимости, 10 бит. Поэтому, если у вас будет возможность найти этот монитор за хорошую стоимость, то, конечно же, тут нечего, не о чем думать. Это монитор шикарный во всех аспектах, если вы можете мириться с этими недостатками. Но в моем случае этот монитор не сильно подходит для меня, так как я занимаюсь монтажом и делаю видеоролики, поэтому для меня важен завода откалибровка монитора, важен фрисинг, так как я активно использую эту технологию с поддержкой G-Sync и картой 2080. Поэтому блок питания для меня не сильно критичный. Кабель вы можете также докупить, и это тоже не есть проблема. Так что вот таких два самых главных критических для меня момента, это нету профиля sRGB и поддержки FreeSync. С сама подставка, она не очень тоже можно отнести ее к недостаткам, но возможность веса крепления позволяет это все исправить, купить специальное крепление к стене или к столу и закрепить монитор этот, как вы захотите. Поэтому в целом хороший монитор, но не без недостатков. Поэтому спасибо всем за просмотр. Кому понравилось это видео, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки к этому видео. Если вам не понравилось данное видео, ставьте дизлайки дважды. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал на YouTube. Так как я делаю очень много роликов и я вижу, что есть просмотры, но люди почему-то боятся подписываться. Это не стоит никаких денег, это все бесплатно. Я очень сильно много вкладываюсь. Все покупаю за свои деньги. Никакая компания мне ничего пока еще не высылает. Поэтому мне нужна ваша поддержка. Ну и также, конечно же, есть у нас социальные сети в группе ВКонтакте, Инстаграм и, конечно, группа в Дискорде. В первых э -э очередь я сразу же выкладываю очень новые актуальные новости туда, что я получил. Так что фоточки и ролики и анонсы роликов будут выкладываться в этих социальных сетях. Инстаграм, Дискорд и также ВК. Также вы можете там в группе или в Дискорде задать вопросы по какому-то обзору на монитор или же на данное видео, которое я делаю актуальное. Поэтому я при возможности всегда стараюсь на актуальные и адекватные вопросы стараюсь отвечать. Поэтому всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Всем пока и удачи.